Ребята, приключений час, ждут давно чужие земли нас. Там Джейк, он пес, и Финн, парнишка, всегда здесь хорошо. Идите к нам! Друзья, с вами на канале Твой Игровой, сегодня Настя и Филипп, и мы сегодня в необычном наряде, потому что у нас на столе Монополия Adventure Time, Монополия Время Приключений, и мы сыграем для вас партию. Друзья, эту и многие другие настольные игры, а также аксессуары к ним, а это кубики, мешочки для жетонов, органайзеры, протекторы для карт всех размеров, я рекомендую покупать по нашим ссылкам в описании в магазине Hobby Games. Этим вы помогаете каналу Твой Игровой в развитии. А сейчас приятного просмотра. Правила в этой монополии абсолютно не отличаются от правил других монополий, за тем исключением, что приключения и вся игра здесь проходит в стране ООО. Ну и локации, соответственно, знакомые нам по мультсериалу. Давайте посмотрим поближе на фишки. Итак, у нас тут есть вот такой вот Финн. На плоту он плывет. Угу. А, вот это Джейк. Угу. Такой вот прикольный. Кабанчик. Поросен. На поросенка похож, правда. Вот это у нас принцесса Бубльгум. Да. Вот же она. Да. Вот. Тут на самом деле одна прическа от нее видна. Ну, длинноволосая, да. Корона Снежного Короля. Да. Вот. Есть принцесса Пупырка на автомобиле, да. На автомобиле. Ну, деревяшка. Нет, наоборот. Деревяшка. Наоборот, переверни. Деревяшка. Вот так. Вот так. Вот его тележка, а вот он его везет. Вот так. Да, он что-то везет в тележке. Вот. Я буду играть за Финна. Нет, за Джейка. Я буду за корону, я люблю любимого моего. За Снежного короля будешь? Да, мне он нравится. А я за Джейк. У нас Джейк против Снежного короля. Ну, он правда прикольный. А эти у нас идут отдыхать вот сюда в органайзер, тут для них ячеечки. Да. Бросай кубик. Определим, кто будет ходить первым. 6, у меня 2. Отличное начало, Филипп. 2 единички, единичка, мое любимое число на кубиках. Ай, уже начинается жалость, да? Не, если бы ты видела партию в Legends of Glory с Сережей, ты бы поняла. Ходи, 6. Я слышала, мне достаточно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Королевство гоблинов. Ту-ту-ту-ту-тун. Вот оно сразу. 100 заплатила? Да, конечно. Вот я не мухлюю. Ты у нас сегодня банкир, я тебе доверяю. 5. Это древний телепатический двойной слон. Эти клетки здесь клетки транспорта заменяют. Да. 200 я должен за него. Держи. Да, держи. Девять. Раз, два, три, четыре, ой. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, стоп, подожди, я запуталась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да. Тю-тю. Мроу. Птичка, птичка, мроу. Это ж принцесса. Мору, да. Так, вот она, и она стоит 200. Ну, транспорт у меня уже увели. Уже я весь транспорт не соберу. Бити бузи мой. 8. У меня дубль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я покупаю деревню магов за 140 и буду ходить еще раз, потому что у меня дубль. 150. Деревня. Мародеров. Магов. Магов, да. Там есть деревня магов, есть деревня мародеров. И грибов. И грибов. Грибов. Грибу. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Огненное королевство. Королевство за 240. 260 сдачу. 200. 10. 260. Где я? Вон я. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Алгебраично. Бери карточку, посмотрим. Читай. Спасите сильных Сьюзан. Получите... Сильную Сьюзан. Получите 50. А, сильную, господи, сильную. Слушай, а тут прикольно, они с картиночками. Да, они с картиночками. Получите 50, короче. Спасла. И картиночки Сьюзан. Прям. Получила 50. Получила 50. 9. Кстати, а карточку мне выдай. А, какую? Огненное королевство. А, да, не надо, может. Может, не надо.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Что за попытка? Ну, давай. Вас спасли Финн и Джейк. Вы можете выйти из тюрьмы бесплатно. Эту карточку можно хранить до тех пор, пока она не понадобится или не будет продана. Выход из тюрьмы бесплатный. Три. Ты скупаешь транспорт. Это ракета Банана Чела. Банана Чела, да, вот она. На самом деле, Банана Чел — это я. Банан. Чищу банан. Чистим банан. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 200 мне за проход вперед, через клетку вперед. И карточка, что за пупырка? Закатите вечеринку в стиле Манлорет. Заплатите 50. Держи. Закатил вечеринку? Да, вообще, просто в шоке с таких вечеринок. 11. Так, это 10? 11? Да. Алгебраично. Марселин вернула себе свой дом. Заплатите 25 за каждый дом на дереве или заплатите 100 за каждый замок. Да, дома на дереве — это здесь как дома. Да. Дома стали домами на деревьях, а отели стали замками. Да. Ну, платить нечего, у нас ничего такого нет. 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ты правда похож на кабанчика? Ну, никак не на Джейка. Поросенок Джейк. Получи 200 и купи ферму деревяшки. Так, 200. Она стоит 60. И 60 за деревяшки. Так. О, ферма деревяшки. Прикольно. 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что за попырка? Я буду сегодня покупать что-нибудь. Будешь. Новый рекорд по дропболу. Получите 100. Ну, прекрасно. Чё ты? Не жалуйся. Получать это очень приятно. Чё приятнее покупать? 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Деревня грибов. О. Так, 140, да? 140. Здесь 5. Вот, мелочь. Сюда. 10. 20. 40. Деревня грибов. Грибов. Все. 10. Ты вон. Это значит вот сюда. Дом Марселин. Да. Который стоит 260. 300. Так, 40. Марселин. И хожу еще раз. Дубль. Да. О, еще один дубль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Империя сласти за 400. Mm-hmm. Держи. И если в третий раз выпадает дубль, то игрок обязан пойти в тюрьму. Да. Ну-ка, посмотрим мастерство мое. Смотри. И это не дубль. Раз, два, три, четыре, пять. Налог на идиота. Заплатите 200, я не получаю 200 за круг. То есть, классно. После дорогой покупки мне не дали деньги. Ну, как-то так. О, умею я играть. Бросать кубики, в смысле. Где? А, да вот раз, ты. Раз, два. Маги. Деревня магов твоя. Твоя. А, моя. 10 всего лишь. 10 рента. Так, сейчас разменяю, это мне неудобно. Раз. Ой. Лапки, вот у тебя лапки, вот они лапки. Вот лапки. Вот так надо. Еще один ход. О. Раз, Настя, два. 4 единицы подряд с двух кубиков. Так что не жалуйся. Роу моя. Вся в меня. Раз, два, три, четыре. О! Это ничья. Пупырчатое королевство, конечно. За 200. Пупырка — это прекрасно. Покупай. Пупырка — это хорошо. Пупырка прекрасна. Пупырка очень прекрасна. Вот она орёт.
Да, вот это. Что-то орёт там принцесса Пупырка. Она говорит, что за Пупырка? 8. Да, мы, смотрю, сегодня дубль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дуду. 150. Мы сегодня на дубле... Дублирование. Дублирование происходит. Это очень алгебраично. Да. 150 за Нептр. Ти-ти-ти-ти-ти-ри-ти-ри. Нет, ну вот он. А, нет. Да, 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 да. Я эти кубики, они необычные. Смотри, ты бросила с них подряд две единицы дважды. Да. Я бросил две четверки дважды. Волшебство. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, давай. Четыре. И так же, как и раз, я. Раз, два, три, четыре. Огненное королевство мое. Что там? Темносфера за 220. Так, ну 500 я даю, 280 мне сдачи. 280 мне сдачи и темносфера. 9. Что за пупырка? Доставьте королевские торты, получите 100. Ты прям сегодня это, получаешь много. Не завидуй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кристальное измерение. Сколько? 280. 300. 20 сдачи. 5. Короче, я коллекционирую все, похоже. Раз, два, три, четыре, пять. Обобрали! Заплатите 100. Легко пришло, легко ушло. Mm-hmm. Money in, money out. Угу. Раз, два, три, четыре, пять. Ух ты, королевство туч, 320. Да, только самое интересное, что у меня нету. Ты отказываешься покупать? Ты можешь что-то заложить, получить деньги и купить. Либо мы устроим аукцион на него. Давай, пусть будет аукцион. Аукцион? Да. Предлагай. Первое. Твоя цена. Я могу 250 дать. 260. Хорошо, 200. 300. 310. Забирай. Ну, оно, так оно 320 стоит, в принципе, сэкономил. 310. Королевство туч мне. Что-то как-то совсем я без денег. Оу! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 200 мне дайте. И сегодня, правда, игра очень богата на дубле. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что за пупырка? ППК укусит вас, и у вас появятся пупырки. Заплатите 50. Конечно, давайте. Кусайте меня. Насмехаетесь надо мной. Ну что ты такой, ну? Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Лагерь ППК для бездомных. 200 получи. Да, 200 получаю. Ну это я хоть могу купить. Хорошие у тебя места. 60. Да. Вот, так я собрала. Ты собрала, теперь можешь ее улучшать, и, да. И я проиграю. Да, конечно. Сколько там улучшения стоит? 50. Да не маленькие, 50. Самые дешевые. Каждый замок? Самый дешевый. Каждый дом на дереве 50. 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ракета банана чела. Сколько у тебя их? Две? Да. Сколько? 50. Блин. Спасибо. Где? А, вот. Раз, два, три, четыре. Твой? Твоя. Древний. Твоя. А, древний слон мой. А, так оно с поровну их, да? Да. Нет. Нет, у тебя 25, это вот это. 25. У тебя один. Угу. 15 есть задач? Да. Угу. Ходи. 8.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что за пупырка? Возвратите щенка огневолка в его берлогу. Получите 20. Ну как мило, глянь. Да. Ну, щеночка вернули. Сейчас я покажу. Какая прелесть. Вот. Такое, такое. Щеночка спасибо. Вернули. Давайте. Огневолка. Да. 20. Ходи. Опять дубль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Твоя. Деревня магов? Да. 10. Угу. 5. Раз, два, три, четыре, пять. Макс. Ничей. 108. Ну, то я могу еще купить. 180, да. 20 сдачи. И... 5. Раз, два, три, четыре. Обобрали меня! Опять обобрали! Не везет. По-моему, все мои бонусы с карт уже уничтожились. Это мое. Раз, два, три, четыре. 200 мне. Ну, сейчас получишь что-нибудь. Ага. Что случилось, чувак? О. Да вселится в вас лич, заплатите 100. Люблю эту игру. 8, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Королевство хот-догов, 300. Аукцион? Да. Твоя цена? 100. 110. 150. 160. 180. 200. 220. Собирай. Зеленая. Зеленой не хватало как раз. Ходы. Ты свои копеечки трогаешь. Ну, копеечки мои. Раз, два, три. Древний типический сломой. О, дом Фина и Джейка на дереве. 350. Как бы. Аукцион? Аукцион. Ну. 120. Я что сделаю? А я могу назвать цену выше? Подожди, а в аукционе, кстати, закладывать нельзя. Сейчас, смотри, тут правила аукциона очень хорошо прописаны. Только за наличные. Mm-hmm. То есть любой игрок может начать торги с суммы вообще в один, если никто не предлагает. Да, то есть закладывать в аукционе mm-hmm. ты не можешь. Ну тогда я предлагаю 56. Ты предложил уже. Не, ну 56. Твои деньги это, ну, это я предлагаю открытая информация. Ты предлагаешь 55 максимум ты можешь предложить. А, типа, а ты говоришь 56? Только на свои наличия. Я говорю 56 и забираю его за 56. Ну хорошо, давай, господи. Пятьдесят. Угу, 60. Ну давай. 4 сдачи. Халява. Раз, два, три, четыре. Вот почему наличную важно иметь. Конечно. И дом Фина и Джейка на дереве, вон синенький. Ты магнат. Это круто. Но у тебя есть вот эти. У тебя самые дешевые, у меня самые дорогие. Угадай, да. Кто выиграет. Самые дешевые, потому что их дешевле прокачивать. Все равно. Было бы чем. 8. Раз, два, три. Так подожди, а почему 6, ты ходишь? 8. Ты же сюда попал, а я купил. А, поэтому тьфу, я блин. Хожу. 4. Раз, два, три, 4. Ледяное королевство. 120. Ты можешь плачу. Купить. Да. Ну, что-нибудь другое тебе достанется. Да мне нечего. А у меня денег. У тебя 55, сейчас задешево что-то купишь. Потому что у меня вообще... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Угу, куплю. Ну, блин, мне еще круг бежать очень долго. О, ну, может и не очень долго. 10. Дубль. Это вот сюда. Деревня мародеров. Вот. Твоя. А, она ничья? Угу. Аукцион. Аукцион. Предлагай. Нет, ты говоришь.
Почему? Ты наступила, ты говоришь. Хорошо, я пила 5. 5, 6. 7. 8. 9. 10. 11. Короче, у меня максимум 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 28. 29. Покупай за 29. Так, полтинник, 29, значит, мне нужно 21 сдачу. Миш, ты купил, я купил дешево, ты купила дешево. Все честно. Ходи. И твой ход, у тебя дубль. А, да, точно. Сегодня в партии у нас были 2 единички, 2 раза подряд. 2 четверки, 2 раза подряд, теперь 2 пятерки, 2 раза подряд. Делаем ставки, будет ли подряд 2 раза подряд 6-6 и 2-2 и 3-3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Твое. Мое, это 20. Офигеть, ну все, у меня тут осталось. Ну вот, ну вот. В тюрьму. 3-й дубль подряд вход. И это, между прочим... Ты подряд выкинула 6 пятерок с 2 кубиков. Угу. Ты выкинула 5-5, 5-5, 5-5. Эта партия гениальная. Либо кубики подпилены. Я не знаю, как это объяснить. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дом Марселин, 260. Твой же. А, это мой. Угу. Выходишь? Нечем. Бросаешь кубик. Выхожу. Вышло. Бросай. 3. Твоя. Маги. 10. Закладывай. Началось. В колхозе утром. Закладывай. 50. 50. 50. Сколько ты сказал тебе? 10. Вот так. Будет. 50 камера меняли. Сколько тебе денег? Да, ты 45, 46. А, нормально. Ну, просто если аукцион сейчас будет. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Леди Ливнерок за 200. Аукцион. Ну, хорошо, называй цену. Ну, сколько у тебя сказала? 40? 46. 47. Ну, хорошо. 50 вот. Какая интересная у нас игра сегодня. Я хочу заложить слона. Господи, как это звучит. 100. Заложить слона. 100, выдай мне. Ходи. Девять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Я ненавижу это поле! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Топ Марселин мой. 22. Да что ж, чтоб тебя я не знаю. Чтоб меня что? 1, 2, 3. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Деревня магов. Моя. Шесть. О, что за пупырка? Ну, давай. Неприемлемо. Лимонохват приговорил вас к тюрьме. Отправляйтесь в тюрьму. Напрямую, если проходите вперед, 200 не получаете. Ты вот. Где, да? Второй раз в тюрьме, Снежный король. Да. 1, 2, морал твой. Сколько? Да. 25. С двумя. А, 50. С двумя? Да, с 50. Да. А, чебить, а. Ну, разменяй в банк. Да. 50 мне, 50 себе. 6. Он уж вверх ногами лег. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Земля мертвых, 220. Чья она? Ничья. Аукцион? Аукцион. Ой, сколько у тебя? 75. Ну, 76. Угу.
Да ну что такое? Сидим мы без денег. Деревню магов закладываю. 70. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нормально. Платишь или продолжаешь бросать? Ну, в смысле, бросаю. Нет, не вышло. Карточка не нужна? Нет. С 25. Нет, я тут вообще как бы сошкребаю. Ну, а так 50 заплатишь, так сэкономишь. 10. Королевство хот-догов твое? Да. Сколько? 26. Ух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, у меня дубль. Ой, что тут? Ну тут, в принципе, ничего особенного не будет уже. 10. Ты прям по моим стопам. Лагерь пошел, ППК, да? Для бездомных. Слушай, пятерки опять. 200 мне выдайте. Сколько за лагерь? Она у тебя с полным комплектом? За два ничего нету, типа, ну... Там рента удваивается с полным комплектом. Если игрок владеет всеми участками одного цвета, рента удваивается на неулучшенных участках этой группы. Ну, 4. 4. 200 мне выдай. За круг. Я тебе должен 4, ну вот... Давай поменяю. Давай вот эту разменяй мне. 50, 20, 20 и по пятерке 2. Вот тебе пятерочка, мне одна. А, ты же еще хочешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Алгебраично. Вас вытащит из этой клетки рука-ключ. Вы можете выйти из тюрьмы бесплатно. У меня уже две таких карточки. Причем в колоде они по одной. Надо тебе одну? За 25. Да, давай. На тебе руку-ключ. Я, короче, карточку кидаю, выхожу. Что с кубиками? Что с кубиками? Они волшебные. 9. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сколько за деревню мародеров? 12. Ого. 12. Угу. Ходи. Так, а, господи, уже кубик не вижу. Тарам-тарам-там-пам! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Моё. Твоё. Ходи ещё. 3. Твоё. Кресло пуч моё. 28. Пуч. Пуч. На, пуч. Улучшить. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Моя земля мертвых. Ой, рискую. Плачу 200, империю сласти улучшаю. Строю здесь домик на дереве. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Гениально! Империя сласти с одним домом на дереве 200. Понеслась. Ну, как раз... Так, ходим. 11. Есть ягодное королевство. Нет. 300 оно стоит. Да. Аукцион. Я вообще как бы... Аукцион. У меня... 9, 5, 14, 64. 65. Угу. Ни разу еще мы так не играли в монополию. Что у нас сплошные аукционы и денег нет. Так,
Принцесса Бабульгум призывает вас пройти квест. Отправляйтесь в Империю Сласти. Это ко мне, и ты попала на 200. Я... Не зря улучшил. Уже два раза себе это улучшение отбило. Вдвойне. То есть оно себя отбило, и вот уже 201 принесло. Ходи. Круть. Кто там ненавидел игру? А, еще ничего не закончилось. 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, может, на твою попал. А, 4! А куда ты 500-ка берешь? Ой, извините. Ты, я смотрю, вот это ручки-то свои не тяни. Раз, два, три, четыре. Вот смотри, вам. Какой. Вот мне. Мне мои копеечки вон. Мои копеечки. Да. Колесо гоблинов. Ну, оно у меня заложено. А, заложено. Ходи. 400. Угу. Два домика. Тык. Тык. Где? 9. Вот ты, свинюшка. Ну, это сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нептр, это мой. Так. Сколько ты бросила? 6. Умножаем на 4, 24 с тебя. Какой-то просто пипец. 24. Угу. А мне, в общем-то, вот попасть тебе. Мы переслась, и конец игры будет, да. Ну, у меня почти 10. Да. В Империи Сласти с двумя домиками будет 600 будет. Ну, придется все почти заложить, в общем-то. 7. Ты вон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дом Марселин моё. Твоем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мое. 4. Сколько? Дом Марселин, 22. Какая-то обдираловка просто какая-то. Это монополия, детка. Да, это просто за ледяного короля я играю, вот мне и везет. Да, кстати, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. 200 трачу сразу вот здесь домичек. Каждый круг буду там что-нибудь строить. Пока я просто не попаду, да? 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Леди Люмнирок. Моя, по-моему. Нет. А, нет, она ничья. Аукцион. А, ну, покупай. Она стоит... Она твоя. Почему? Мой аукцион разыгрывали, ты не забрал карточку. Да? Да. У нас был аукцион на Ливнирок. Я точно помню. Ты просто карту не забрал. Тогда... Меня... Потому что точно не я забирала. 25 тебе. Ну, вот начинается. Ладно, закрадываем вот это. 60. Ты вот это заложила? Да. Это единственный твой шанс? Нет, ты их не будешь шанса. Улучшать? Нет, бессмысленно это абсолютно. Реально, ты там уже улучшил, все, капец. Не, смотри, вот этих у тебя нет комплекта. Ну и что? У тебя нет шанса их выкупить и улучшить. Да, а это твой единственный шанс. Ты тут как бы не особо. Я бы на твоем месте, смотри, что сделал. Хорошо. Я бы заложил все, прокачал бы по максимуму вот это и ждал, нет, что я вот сюда попаду. Нет, ты так хотя бы не какие-то хочу. Деньги получишь. Ну, хорошо, это не заложу, твой единственный шанс. Не хочу так, как ты делать. Ну, зря. Сидеть тут 3 часа. 150. Так, наоборот, это твой шанс победить. Так, я заложила это 150. Сколько я тебе должна? 25. Серьезно? У тебя появились деньги, улучшай вот это.
Хорошо, сколько они стоят? Ну ты подожди, пока я туда приду, потому что я еще вот здесь. Неизвестно, что с тобой случится, пока я до туда добегу. 50-50. Ну да, это я могу так. Вот продавать. Когда я буду поближе здесь, улучшай максимально вот это, насколько сможешь. Дубль кто бросил? Я. Кто ж еще? Ходи. Да. Проскочила. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. 200 возьми. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Деревня твоя. Магов сколько? Твоя. А. Твоя она. А, заложенная. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ледяное твоя. Королевство. 8. Четыре. Раз, два, три, четыре. О, пупырочка. Я смотрю, ты сегодня любишь пупырку. Напишите книгу. Я написал книгу. Получите 25. Ну, ты видишь? Я написал книгу. Ну, как бы символично. О, как закрутился. 9. Ну, ты на 11 походила вот отсюда. Ой, прости. Тогда здесь. Да. А, ну, что за попойка. А, лучший в мире яблочный пирог. А, продавайте яблочные пироги, получаете 10 с каждого игрока. 10. А яблочный пирог где мой? А все ты съел. Ты не заметил даже просто. Это был какой-то фантастический яблочный ты пирог. Ты видишь, что все вот фантастическое сегодня? Фантастические враки. Раз, два, три, четыре. Земля мертвых. Чья? Твоя. Моя? Ты чё? Ходи. 7. Где? А, вон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Твоё. Сколько? 20. А, получилось. 9. В тюрьму. Свинюшка упала. Тоже в тюрьму? Но у меня есть карточка. Ну да. Я выхожу. 5. Мору, к тебе. Да. 50? Нет, оно заложено. А, хорошо. Ходи. Дубли будешь бросать? Серьезно? Тебе деньги надо зарабатывать. Не вышло. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Алгебраично. Аквандриус даровал вам исполнение желания. Отправляйтесь к древнему телепатическому боевому слону. Если проходите... Да, прохожу. 200. Слон вот здесь. 200 трачу. Улучшаю здесь империю сласти. О, вышло. Бесплатно. Обалдеть, еще раз. 8. Дом Марселин. 8. А, Бимо. 150. Он еще не куплен. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мое. Это что? Ну, давай. Получите Инхиридион. Инхиридион. Хорошо, Инхиридион, сотню. Знаешь, что это такое? Нормально. Деньги нужны. 4. 1, 2, 3, 4. Астрал не куплен. 180, да, возьму. 20, сдача. Ходи. Дубли просто от леди Ливнерок. 25. 3. Куда 3? У тебя 2. 25 с тебя. 5 не дать, иначе, пожалуйста. Спасибо, благодарствую. Ходи еще.
Да. Раз, два, три. Четыре. Это конец. Империя Сласти с тремя домами — это 1400. О, все, тут бесполезно. Я победил! 190. Да не будет у тебя 1400, 190, конечно тут, же. Да, тут еще 190 плюс 190. 380 плюс еще 110. Это 409. 400, подожди. Подожди. 190 плюс 190 это 380. Плюс еще 110, 490. И плюс еще 75. 490 плюс 75. Это сколько? 565. 565 плюс еще 60. 625. 625 плюс 925. 930. 930. Ты серьезно сейчас все это делаешь? 4, 5, 6, 7. Где еще мои 500 с чем-то там тысяч миллионов? У меня лапки. У меня лапки. Ну вот так вот, мы так сыграли. Вторая монополия, в которую я выиграл. Если честно, ты мне прям тут вообще просто... Ну, вот кубики, просто, кубики. Реально просто бум и все. У меня сплошные дубли и вообще... Эта партия вообще на дубли была просто шикарно. Столько красивых бросков да. было. Мне кажется, это кубики все-таки волшебные какие-то, намагниченные. Либо я магнит под столом включал. Нет, это я так кидаю. Так и я кидал? Нет, ну это, видимо, у Ладно, меня... Ладно, что тут еще в карточках есть, смотри. Помогите вернуть память Марселин, 200. О. Положите конец буйному душевысасыванию Хансона Абадира. Отправляйтесь на поле вперед, получите 200. Нашествие червей. Нельзя допустить, чтобы черви ползали по кровати. Заплатите 40 за каждый дом. Ну, понятно, 115 да. за замок. Играйте в видеоигры с Бима, получите 10. Напугайте свина и выиграйте в легендарной игре «Карточные войны». Станьте крутым парнем, получите 50. Финн такой сидит. А ты сейчас такой, да? На самом деле там Джейк же его в «Карточные войны». Неважно, а здесь видишь, здесь... Маг превратит вас в гигантскую ногу. Вернитесь на 3 клетки назад. Добейтесь, чтобы киллер Скорчер отменил свое нападение. Заплатите каждому игроку по 50. Кулак собирается, враги разбегаются. Отправляйтесь в деревню грибов и положите конец террористическому управлению поросят. Ну да, если проходишь, понятно. Излечите империю Сласти от зомбо-чумы. Угу. Вы захвачены злобными гномами, которые хотят использовать в своих целях вашу безграничную крутизну. Отправляйтесь в тюрьму. Отправляйтесь к Бима или Непотр, в зависимости от того, кто ближе. Если у объекта ну, нет владельца, да. то понятно. Преподнесите свои ужасные дары королю пламя, отправляйтесь в огненное королевство. Спасите рыцарей хот-дога из лабиринта, 150 получите. Отправляйтесь на ближайшее поле транспорта. Ближайшее поле транспорта. Ого, ну и дела, вас отравил мимяу. Заплатите 15 за противоядие. Ну мило, нет, хорошо, прикольно, что... Не, вообще по оформлению, прям, да, прям вот классно. Эта версия Монополии по оформлению мне больше всех нравится. Вот всех, да. что... Больше, чем Рик и Морти. Это там тоже интереснее. Рисунки, там тоже рисуночки но были. Вот это интереснее, она какая-то более... Она более милая такая, да. вот, теплая, ну как и сам мультфильм. Ну да, Рик и Морти тоже хорош, конечно, но там свой прикол. Там, есть, там свой юмор, там да. сумасшедшие вот эти идеи вообще сценаристов просто впечатляют. А тут, ну... Мими. Мило, лампово. И тоже, и абсурдно. Вот такая, друзья, была монополия. Да, быстрая прям, на самом Время деле. Приключений. Да, одна из самых быстрых да. партий в монополию. Я надеюсь, что вам понравилось. Да. Если понравилось, то не забывайте там лайк, подписочка, все вот эти вот вещи на ютубе, которые делают всякие зрители, хорошие наши зрители. Вот. А, с вами были Филипп, Настя, канал Твой Игровой. До новых встреч. Пока. Покупает Фил слона. Не простого, а двойного. Телепатией владеет. И вообще слон молодец. В монополию играем. Единицы мы кидаем. Что-то там орет пупырка. Даже ей за нас обидно. Приключений час, ребята. Земли нас чужие ждут. А Филипп с Анастасией целый день играют тут. А
Не волка мы вернули, к мамке в теплую нору. Но вот в Фила лич вселился. Это дети не к добру. Строит Насте дом хороший, он на дереве стоит. Мимо пробежал прохожий, кажется, то был Филипп.